говорили, нет, Андрюха побеждает, или Максим, кричали, что есть сила, какое невыносимое, я сюда пришел. Ну, в общем, в принципе, на судьи нашло озарение, они решили, что парень Шнапи здесь самый красивый, кто стрижет здесь классно. Давайте дальше посмотрим сюда, и так опасно. Идет вафля на усмотрение. Ну что ж, молодой человек, лично мое мнение, здесь довольно жарко и совсем не прохладно, поэтому пускай вафля будет шоколадной. Ну если хотите, пускай она будет с начинкой из ванили. Но об этом меня девчонки попросили, чтобы ванилькой здесь попахивало немножко. Итак, идем дальше, куда нас ведет дорожка. Теперь те, кто занял наверху диван, считают то, что здесь какой-то наркоман. Там сидят не ценители хип-хапа, и они кричали мне с того стола: шляпа! Ну что, ладно, раз шляпа и вам не нравится, мы скоро закончим и уберем мою задницу. Здесь осталась только вот правая нога, как там у вас дела? На самом деле, видимо, у вас проблемы, раз вы ограничились только правой. А что же с левой? Что с левой ногой? Вы вообще домой дойдете? Я не вижу вас, дядя, тетя. Ну ладно, видимо, раз есть, это хорошо. Давайте, мы идем сюда, дальше пошел. Тренер, нас ведущий чуть не перепутал. Хорошо, что его вес сегодня не попутал. Тример использовал, наверное, каждый. Скажите, голос должен быть сухой или влажный, чтобы тримером пользовался? Нет, ну серьезно, я смотрю, мне подстригаться уже совсем поздно. Я бы сам сюда пришел в качестве модели, но если бы, конечно, вы захотели, но меня никто не взял, и я буду ходить мохнатый. Ладно, нам пора завязывать, ребята. Вот, последнее слово сижу по-дамски, оно пришло с того стола, это шампанское. Где же дама, которая его назвала? А вот она, как у вас дела? Все отлично, бокал уже довольно-таки пуст, и я надеюсь, что я сниму с себя груз. Вы на веселе, и все живете красиво. Ну что ж, у вас шампанское, у мужиков пиво. Все отлично. Кумыс должны принести, блин, диджей, прости, микрофон отходит, с проводом какая-то беда. Ну что ж, и господа, я закончил весь список, у нас уже пуст. Теперь, наверное, мы передаем пульт вот этому чуваку, который здесь с другим микрофоном. Спасибо всем за то, что слушали Сазона. Я пойду сейчас перевозу с этого ринга, а ты давай здесь все делай красиво. Ну что ж, на прощание скажу как Тимати. Спасибо за внимание, давай, до свидания.